Як добре у холодну погоду зігрітися гарячим чаєм. Отже, ми зігрілися і настав час екскурсії. Ми запрошуємо вас прогулятися вулицями старовинного Біловодська. А екскурсія наша почнеться з берегів річки Деркул. Річка Семи Озер. Так красиво перекладається із тюркського назва річки Деркул. Це нам пояснила директор місцевого краєзнавчого музею Людмила Друзюк, яка і розповість нам про старовинний Біловодськ. Перше офіційне упоминання о нашому Біловодському краї відноситься к 1686 году. Поэтому офіційно этот год ми считаем годом рождения нашего поселка. Почему наши предки выбрали это место для поселения? Ну, во-первых, меловые горы, отроги среднерусской возвышенности, они защищали от непогоды, от врага. Вот, река как способ выжить. В это время наши предки, значит, беглые крестьяне-казаки здесь поселились и развивались тут промысла разные. И до 1707 года, когда было Булавинское восстание, то все поселения вдоль реки Деркул и Айдара были сожжены. В течение 10 лет наш край Беловодский пустовал. Поэтому существует легенда, что когда проезжала Екатерина и увидела степь, в это время верхний плодородный слой земли составлял 12 сантиметров. То есть всадника верхом на лошади не было видно. Такие были высокие травы. И она решила здесь в будущем построить конные заводы. На головній вулиці Біловодська можна побачити чимало старовинних будівель, переважно купецьких. Це не випадково, бо колись Біловодськ був доволі великим торгівельним містом. І підприємці торгували по всій Російській імперії, а також працювали із закордонними партнерами. Ми знаходимося з вами на площі Біловодського восстання. В кінці 19 века на цьому місці розполагалось імення Моїсея Кимарського, купця першої гільдії. Чим інтересен цей чоловік? Тим, що він першим у нас в Біловодському краї заключив договор з Германією і з Америкою по производству сільськохозяйственних машин. У нього так і називалась фірма «Продаж жневарських машин в Росії». І що цікаво, в договорі, який Моїсей Кимарський заключив з американцями і німцями, був такий пункт, що нарушення торгівлі можливо тільки в випадку революції або війни. Действительно, свою последнюю машину Кимарский отправил в Германию накануне Первой мировой войны. После революции имение Кимарского было конфисковано, и он умер в нищете. Другой предприниматель, о котором я хотела бы рассказать, это Шапошников. Так вдоль по улице у нас бывшее здание сохранилось, банка, было имение Шапошникова. У него была швейная мастерская, 14 машин «Зингер», несколько рабочих, они шили верхние меховые шапки и верхнюю одежду. Помимо этого, в Йовсе, есть селе Йовсух, он купил около 300 гектар у солдат, которые закончили службу. Солдаты тогда служили 25 лет, и им был положен десятина земли. Он скупил эту землю и организовал выращивание скота, пастбища. Весной этот скот погружался в Чертково в вагоны и отправлялся на север России, в Петербург, в Москву. После революции меня тоже конфисковали, но дом, который в центре у нас в Беловодске, семья жила в этом доме до 1925 года. Перед вами здание районной библиотеки. В конце 19 века, в начале, в этом доме жил купец Мягков. Как правило, купеческие дома строились так, что на первом этаже была лавка, в этом случае галантерейная, а на втором жила этаже семья купца. В этом здании сейчас находится наш поселковый совет. Раньше, до революции, здесь жила семья купца Петрова. На первом этаже находилась мануфактурная лавка, а на втором жила семья купца. До речі, назву місту дали перші поселенці. Справа у тому, що коли потоки дощової води ллються з крейдяних гір, то вони забарвлюють річку у білий колір. Біла вода. Біловодськ.
Мы с вами находимся на бывшей торговой площади. Беловодск 18 лет был большим уездным торговым центром. В течение года проводились 5 ярмарок. Во время этих ярмарок продавалось до 2000 вагонов зерна и до 1000 вагонов льна. Здесь вокруг церкви в радиусе 20 метров не разрешалось строить жилых домов. Стояли амбары, их было 90 штук, и 56 постоялых дворов. То есть купцы, которые приезжали сюда для торговли, останавливались в этих постоялых дворах. А почему Беловодск имел такое значение, как торговый центр? Потому что он находился на пересечении торговых путей. Купцы приезжали с Ростова, Таганрога, с Москвы и Санкт-Петербурга, и происходила торговля. Помимо того, что Беловодск был большим уездным городом, он еще 60 лет был центром военно-конно-заводского производства. Что имеется в виду? В то время у каждого помещика были конюшни. Но только у нас в Беловодске велась работа по выведению новых пород лошадей. Также конные заводы поставляли лошадей для кавалерийских полков в царскую армию.